Эти шокирующие кадры появились в социальных сетях и сразу облетели всю Россию. Маленькая девочка в плюс 4 градуса в одном подгузнике гуляет по улице Чапаева. К счастью, такая прогулка длилась недолго. Очевидцы тут же схватили ребенка и понесли в квартиру. Тогда они еще не знали, что полуторагодовалая девочка ушла из частного детского сада. Они вызвали скорую помощь, медики осмотрели ребенка и передали его полицейским, а те уже установили родителей. Тогда и выяснились подробности этого побега. Оказывается, 10 ноября в детском клубе «Маленькая страна», который находится в цокольном этаже, был тихий час. В группе было всего 3 ребенка, но воспитатель и за ними не уследила. Девочка проснулась, вышла через дверь и оказалась на улице. Владелица детского клуба оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, предназначенные для детей в возрасте до 6 лет. Подозреваемая Любовь Калашник без камеры рассказала, что воспитателя, который проглядел ребенка, она уже уволила. Детский клуб на Чапаева и на Володарского сейчас закрыты. Открыт только клуб в ДК железнодорожников. Любовь сама там работает воспитателем. Следователям она уже дала показания, а они возбудили уголовное дело. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Известно, что у таких детских клубов нет лицензии на образовательную деятельность. Они как бы просто присматривают за детьми, пока родители на работе. Сейчас предпринимательнице Калашник грозит до 2 лет лишения свободы. Проверку начала и прокуратура. Михаил Вагин, место происшествия.